Генри, А. чё, солнышко, проставляешься на бухло? Это я бомж. В смысле бомж? Все бомжи собрались. В прямом смысле, я же вторую заправку купил. Я же вторую заправку купил. Ну, получается, Лена, с тебя выпивка. Да, у меня есть пара бутылочек. Ну тут пара бутылочек, не обойдешься. Да ладно тебе. Ладно, ладно, стой, сядешь. Давай скинемся. Генри, ты говоришь, у тебя вторая заправка. Ты что, через планшет не можешь наличку снять или что там? Или тебе их надо? Я снимал, типа, до 12, это Хасу и как чё? Раз долг отдавал. Ну сейчас ты можешь пару фильмов. Не поли. Я сейчас посмотрю, есть типа. Хас, тебе вернули долг, иди покупай уже, пошли отдыхать, блядь. Сука, поехали. Мне надо. Да вон, пешком дойди, блядь, 2 метра. Сам иди, пошли, блядь, я не буду. Пойдем, блядь, таскать. Генри и Елена, не обижай. Поехали. А где... Дом открыт, если что, слышите? Не, я понял, окей, пойдем домой тогда. Тебя уже потеряли такие, а где? Че брать-то, сколько? Ага. Пока мы тут спорили, она уже забежала, да? А я все скупила, извините, мальчик. Ну сейчас еще больше возьмем. Давай еще возьмем. Так она же скупила все. Все она не могла. Ты что, прям все выкупила? Да, я смогла. Закончился товар. Пиздец, вот это женщина. Елен. Лена. Она свою, смотри, какая мажорка. Смотри, что достал. Мы тут пивко дешевое, она тут. О, нихуя. Так это не винишко, это коньяк, блядь. Ладно, пока мы тут бухаем, пойдемте туда, Генри, а то он встречает. Так Генри там спит, смотри, блядь, тебе уже. Тебе куда еще? Я тебе пойду. Ты уже кое-как на ногах держишься. Нихуя, она уже вжарила. Блядь, угол. Так, меня тоже уносит понемножку. А где он? Вон он прячется, блядь. А чё он прячется в углу? Он из себя ненадолго ушел. А там подумал, типа, Саня тут... Ну тут Сани нет, Генри, это типа не важно. Снимаю с себя штаны, значит, да? Бляха, я не забыл взять свои красивые тусы. Бля, ща будет секс. У меня купальник есть только в машине. Да, можешь взять, я бы попросил одеться. Подогнать, но нет. Можем пойти купаться, в принципе, тут морешка да рядом. Океанчик. Смотри, куда тебе купаться, ты на ногах толком не держишься. Ща мы Генри вставим по самые снимая штанишки с человека напротив. ЛП отыгрывает нормально. Мы начинаем с ним, значит, заниматься непотребством. Вот да. Генри, ну-ка, ну... Ну-ка, сейчас ногу прострелю, блядь, отойди. Не надо, первое правило на вписке не засыпать первым, блядь. Ладно, согласен. Так что, Генри, не обессудь, ебать, ты там погаспишь. Я немного скину тебе пару лишних на штаны. А штаны я снял, на плавки, ебать. Ох,